Власти ФРГ ужесточили карантинные меры в Берлине. Теперь в общественном транспорте и на рабочем месте разрешено находиться только лицам, прошедшим вакцинацию от коронавируса или имеющим на руках отрицательный тест ПЦР. Кроме того, в новогодние праздники запрещено запускать фейерверки на 56 улицах и площадях Берлина. Запрещены в столице и танцы, вне зависимости от формы организации мероприятий. В продолжение темы. Коронавирус может распространяться по всему организму и оставаться там несколько месяцев. Согласно результатам исследований ученых из США, вирус задерживается в клетках головного мозга вплоть до 7,5 месяцев после первого появления симптомов. К другим новостям. Глава Ассоциации внешней торговли ФРГ Дирк Яндура выступил за снижение налогов для иностранных рабочих. Он также заявил о необходимости системного подхода в вопросах миграционной политики. На Германию движется циклон Себастьян. Он принесет очень мягкий атлантический воздух. На западе и юге страны ожидается от 12 до 17 градусов тепла. Циклон Себастьян определит и погоду в начале 2022 года. Она будет довольно ровной и без мороза. Ученые выяснили, что новогодняя традиция дарить подарки улучшает работу сердца. В результате исследования у тех, кто дарил подарки, давление и частота сердечных сокращений снижались гораздо сильнее, чем у тех, кто получал подарки.